Райские птицы. Часть первая. Большая райская птица. Это тропический лес в Папуа-Новой Гвинее. В густом лесу видна прогалина. На земле не видно ни одного листика. Это самец западной паротии. Его перья темнее лесной чащи, в которую проникают редкие лучи солнца. Длина его тела 33 сантиметра. Впрочем, птица не вся черная. На голове у нее участок белых перьев в форме треугольника. Она часто сверкает им. Иногда она покидает это место, отправляясь на поиски еды. Но большую часть времени западная паротия проводит здесь. Она очистит себе перья и убирает опавшие листья вблизи своей территории. Сидя на ветке, она проверяет сверху чистоту территории. Иногда приходится повозиться, чтобы убрать корень. Но упорная птица не сдается. Здесь самец танцует свой брачный танец. Он забирается на эту ветку, чтобы осмотреть территорию и найти участки, требующие уборки. На этой ветке позже будет сидеть самка. После очистки территории он возвращается на ветку, чтобы проверить свою работу. После окончания уборки он репетирует свой брачный танец. Он станцует короткий танец, а может быть длинный. Продолжительность его танца каждый день разная. Наблюдая за его поведением, мы заметили, что он появляется здесь утром, самое позднее без 27, и во время танца неоднократно убирает территорию.
Эти звуки хлопающих крыльев издает не самец. Прилетела самка. Самка садится на ветку, разглядывает самца и осматривает территорию. Она очень разборчива. Если самец действует слишком быстро, самка отступает. Но она решает дать самцу еще один шанс. Теперь пришло время самцу показать себя. Внимание! Он нагибается. Уже через 3 минуты после успешного спаривания с самкой он возвращается на свое место. И, как обычно, чистит территорию. Не считая 3-месячного периода линьки, западная паротия весь оставшийся год тратит на привлечение пары. В области экватора в год выпадает около 5000 миллиметров осадков. Это в 3 раза больше, чем в Южной Корее. Хотя из-за наводнений корни этого дерева оголились, оно все еще живое. Это упавшее дерево было вырвано с корнем. Если присмотреться, видно, что дерево живое. От поверхности коры к солнцу тянутся ветви и листья. Этот лес полон жизнестойкой флоры и фауны. Но это осложняет жизнь этой птицы.
Это голое дерево тоже живое. Птице приходится постоянно удалять ростки и ветки. Этот самец будет появляться здесь снова и снова. Потому что на этом дереве он будет привлекать к себе внимание самок. В его хвосте 12 необычных перьев. По ним птица получила свое название – нитчатая райская птица. Половина седьмого утра. Самцы пунктуальнее самок. Самец привлекает к себе самок всем своим телом. Желтые перья нитчатой райской птицы обязаны своим происхождением питанию птицы панданами. Но когда птица вырастает в неволе, она не может питаться желтыми плодами панданов, вследствие чего теряет свой желтый окрас. Прилетела самка. Она не спешит. Самка тщательно обследует очищенное дерево. Тем временем самец мечется по дереву то вверх, то вниз. Он также показывает свое желтое оперение и 12 нитевидных хвостовых перьев. Но самки непостоянны. Это их свойство хорошо известно всем самцам. Гора исчезает в тумане. Дождь редко проникает непосредственно к основанию леса. Слишком плотная крыша из крон деревьев. Вместо этого дождевая вода собирается листьями и стекает на землю ручейками по стволам деревьев. Поэтому на деревьях растет мох. Но на этом упавшем дереве нет мха. На его коре глубокая трещина. Здесь можно встретить еще одну райскую птицу. Кроме крыльев, у нее на спине еще есть веер из длинных перьев. Ее зеленый нагрудный щит меняет оттенок при отражении света. Это чудная райская птица. Папуа-Новая Гвинея расположена вдоль экватора.
У птицы пар из клюва не от того, что на улице холодно. Это происходит от разницы температуры между дыханием птицы и окружающим воздухом. Это связано с повышенной температурой тела самцов. Самец не знает, откуда может появиться самка. Поэтому во время брачных призывов он меняет свое положение. Кажется, как будто у него светящиеся глаза, но на самом деле это блестящий гребешок. Когда самка окажется рядом, самец внезапно замолчит. Когда самка удалится, он снова начнет кричать. Когда самка приближается, самец не издает ни единого звука. Кажется, танец самки не очень понравился. Но концерт будет продолжаться. И в ближайшие дни на этом бревне станет меньше мха. На этом участке леса стволы деревьев меньше. Здесь водится еще один вид райской птицы. Великолепная райская птица. Здесь относительно много места для птицы такого размера. Большинство птиц не проявляют активности в таких погодных условиях, но великолепная райская птица убирает свою территорию. Самки будут избегать неопрятного места. Самец продолжает убирать территорию, пока не прояснится погода. Он тщательно проверяет каждый сантиметр своего участка. Затем он забирается на ветку, чтобы осмотреть свою территорию. У него в хвосте есть два длинных зеленых пера в виде завитков. Почистив перья, великолепная райская птица не появлялась в течение нескольких дней. Через три дня самец вернулся на свое место. У него недоставало одного хвостового пера. Возможно, он потерял его в борьбе с соперником.
удастся ли ему привлечь самку только с одним хвостом. Несмотря на этот изъян, самка приближается. Еще одна. Подлетают еще другие самки. Теперь у него слева три самки. Теперь самца окружают четыре самки. Они терпеливо осматривают самца. Порхают вокруг него, осматривают его и убранную им территорию. Когда одна из самок приходит в движение, самец приступает к действию. Чтобы добиться расположения самок, он надувает свои зеленые перья на груди. Самец великолепной райской птицы полигамен, испаривается с несколькими самками. Сосредоточившись на одной самке, он удваивает усилия. Еще одна самка садится на ветку. Самец продолжает выпячивать свои грудные перья. Затем он претерпевает вторую трансформацию. Пока самец ухаживает за самками, рядом оказываются две похожие на самок птицы. Хотя они и порхают около него, они не проявляют к нему интереса. Вместо этого они смотрят на самок. Один из этих наглецов приближается к самцу, чтобы поближе посмотреть его танец. Самец прогоняет его. На самом деле это юные самцы. Они станут взрослыми через 4-5 лет. А до тех пор они изучают брачные танцы взрослых самцов. Они выглядят точно так же, как и самки. В этом месте только две самки и три самца. Поскольку самцы могут спариваться больше одного раза подряд, он все еще сексуально возбужден. Молодые самцы тоже. Когда молодой самец попытался спариться с самкой, взрослый самец атаковал его. Обстановка накаляется. Взрослый самец больше не может игнорировать молодых. И снова конфликт.
Опять молодой самец бросается к самке. Крики раздраженного самца еще больше наполняются страстью. Под конец завязывается драка. Пока взрослый самец осаживает молодого, другой юнец спаривается с самкой. Активная драка продолжается больше часа. Взрослый самец опять один убирает свою территорию. Еще одна райская птица готовит танцпол для своих танцев в густых зарослях лиан. Малиновое оперение этой птицы контрастирует с окружающей зеленью. Заслышав желтоплечего королевского попугая, она насторожилась. Это королевская райская птица. Эта птица размером с воробья, самая маленькая из примерно 40 видов райских птиц. У нее есть необычные хвостовые перья в форме спирали. Самец криками пытается привлечь самок. Когда он ловит маленьких насекомых, он не может проглотить их всех сразу. Райские птицы в основном питаются тропическими фруктами, но время от времени поедают насекомых. Если самец приходит в возбужденное состояние, это значит, что где-то рядом самка. Самка летает вокруг переплетенных лиан и наблюдает за самцом. Осмотрев местность, самка залетает на территорию самца. Самка и самец смотрят друг на друга. В противоположность спокойному неброскому оперению самки, самец выделяется ярко-красным окрасом пера. Зачем же райские птицы совершают такие сложные танцы, во время которых самцы, украшенные яркими перьями, рискуют привлечь внимание хищников? Для объяснения этого явления орнитологи выдвинули так называемую концепцию гандикапа.
Согласно этой теории, опасность, которой подвергается самец благодаря своему яркому оперению, делает его более привлекательным в глазах самок. Тот факт, что птица выживает, несмотря на яркий окрас, привлекающий хищников, демонстрирует ее способность переживать опасности и говорит о ее биологической полноценности. По этому принципу у самцов со временем появились сложные брачные танцы и яркое оперение для более успешного привлечения самок. Великолепная щитоносная райская птица показывает в разных местах свои брачные танцы. Во время своих призывов самок самец удерживает за собой 2 или 3 места. Если самки не появляются, он летит в другое место. Самец предпочитает открытую местность в долине, где его крики будут разноситься дальше. Рацион райских птиц состоит из фруктов, которые произрастают в их ареале. Поэтому им не нужно тратить много времени на поиски еды в сравнении с другими птицами. Благодаря изобилию пищи некоторые райские птицы спариваются в течение 9 месяцев. По свидетельству местного гида, самец великолепной райской птицы может бросать еду возле своей территории, чтобы привлечь самок. Может быть, именно поэтому самец часто смотрит сверху на эту область, а самки обыкновенно приближаются снизу. В отличие от других райских птиц, самка великолепной щитоносной райской птицы тоже танцует танец. Но это только после того, как она уже выбрала себе пару. Самка не приближается. Поэтому самец применяет другую тактику. Самка и не проявляет особого энтузиазма, но и не уходит. Все карты на руках у самки. Еще одна самка. Но эта птица выглядит совсем по-другому. Это вероносный венценосный голубь. Хоть птица и называется голубем, она размером с небольшую индейку и весит около 3 килограммов. За ней гонялись охотники из-за ее красивого голубого, похожего на кружево гребешка. Сейчас этот вид под угрозой исчезновения. Самец великолепной щитоносной райской птицы решает покинуть свою территорию из-за незваного гостя. Большинство птиц с оперением избегают воды, чтобы сохранять сухими крылья.
Но этот самец в отчаянии решается пуститься в дождь. Он столкнулся с новой неприятностью. Самка не спешит приближаться. Опять решение принимает самка. В низинах Папуа-Новая Гвинея можно найти райскую птицу, которую люди обнаружили первой. Самки райской птицы не проявляют активности на рассвете, поэтому они не приблизятся к самцу в это время. Самец это знает. Но он, проснувшись рано утром, ждет самку. Самцы всегда готовы к спариванию, но самки следуют определенному ритму спаривания. Это большая райская птица. Это соображение, безусловно, должно навести нас на мысль о том, что не все животные были созданы для человека. Многие из них не имеют к нему отношения, сказал Альфред Уоллес. Самец осматривает лес в поисках самки. Приближается самка.
Когда самка улетает, самец не покидает своей ветки. Он лишь прекращает призывные крики. Иногда две самки сражаются друг с другом за право спаривания с самцом. Эта самка сидит на самце. Тем временем она спокойно изучает самца. Она всегда очень осмотрительная. Она чистится желтыми перьями самца. Эти птицы во время брачного сезона щеголяют яркими красками. Их оперение эволюционировало для спаривания. Из-за их красивых перьев их и называют райскими птицами. Thank you.
Самка беседковой птицы сказала самцу: «Ты не такой привлекательный, как райская птица. Можешь показать что-то еще? Построй мне красивое гнездо и наполни его разными красивыми штучками. Ты уродлив и поэтому должен уметь говорить на всех языках». Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году. Люди строят дома, выращивают сады. Они делают это или для себя, или для других. Есть птица, которая обустраивает сад в лесу. Она строит беседку и украшает ее разноцветными предметами. Эти беседки строят самцы с целью привлечения внимания самок. Райские птицы. Часть вторая. Сад для тебя. Горы Арфак в Папуа-Новая Гвинея, около экватора. Они вздымаются на высоту 1600 метров. Эта беседка относительно большая. Она имеет 1,5 метра в ширину и 1 метр в высоту. В ней мог бы уместиться маленький ребенок. Возле беседки можно заметить кучку похожих на орехи плодов. С другой стороны — черные плоды. Это вагелькопский беседковый шалашник. Вагелькоп — это название региона. Беседка похожа на маленький шалаш. Шалашник, стало быть, птица, которая строит шалаши. Шалашник осматривает свою территорию и прибирает кучку плодов. Эти кучки тоже являются частью сада. Шалашник украшает вход в свою беседку разноцветными предметами. Иногда он сталкивается с неожиданностями. Он убирает всякий мусор вокруг своей лужайки.
Самец также удаляет увядшие листья и плоды. По соседству живет еще один самец шалашника. Он тоже разбирает свою коллекцию. Складывает в кучу черные блестящие надкрылья жуков. Самец в некотором замешательстве после выноса мусора из своей беседки. Он заметил спрятанный съемочной группой фильма микрофон. Хоть мы и прикрыли его листом, самец заметил его. Этот блестящий металлический предмет может ему пригодиться. Беспроводной микрофон весит примерно 300 граммов, поэтому маленькой птице донести его непросто. Шалашники размещают свои находки определенным образом. Обычно они сортируют их по цвету. Шалашник после обнаружения блестящего микрофона перегруппировывает кучу из черных предметов. Он приступает к делу и поправляет свою кучку над крыльев жуков. В этом районе живет около 10 самцов шалашника. Каждый из них показывает свою коллекцию предметов, отличную от других. Разные самцы украшают свою беседку по-разному. Эту ярко-красную коллекцию видно издалека. Этот самец коллекционирует красные предметы. Это куча высохших красных грибов. Один гриб не понравился, и птица убирает его. Шалашник осматривает свой сад, сидя на ветке. Ему не понравилось расположение грибов.
И он снова садится на ветку, чтобы взглянуть на свою работу. Затем он отдыхает, поедая плод. В другой части леса самец строит беседку из прутьев. Он уже закончил постройку основы беседки и теперь кладет на пол подстилку из мха. Интересная деталь. В центре он устанавливает колонну из мха. Обложив ствол мхом, он втыкает сверху прутья. Затем сооружает подобие крыши. Шалашник не размещает прутья так, чтобы они прилегали к стволу. Вертикальные прутья играют роль свай, поддерживающих крышу. Теперь он делает крышу. Каждый прут аккуратно вставляется на свое место. Эта сцепленная воедино структура позволит крыше выдержать вес птицы. Иногда самец повторно использует строительные материалы. Видимо, эта птица построила до этого не один шалаш. Она занимает разные позиции во время работы над разными участками крыши. Для укрепления конструкции самец добавляет прутья покороче.
На постройку одной беседки у шалашника уходит от 4 до 5 тысяч прутьев. Есть птица, которая строит беседки гораздо большего, чем у шалашников, размера. Эта земляная насыпь имеет 2 метра в вышину и 4 метра в ширину. Сверху насыпи 4 отверстия. Построив это гнездо, темный большенок откладывает в отверстие яйца. Темные большеноги по размерам похожи на рослых цыплят. Темные большеноги могут летать, но большую часть времени предпочитают ходить. Этот большенок взбирается по своему земляному гнезду. Глядя на него, можно оценить размеры гнезда. Самка большенога уже отложила яйца в земляную насыпь. Самки откладывают яйца внутрь гнезда. Яйца прогреваются теплом почвы. Несмотря на то, что самка не греет яйца своим телом, она старается быть в гнезде. Темные большеноги относятся к семье мегаподов, что по-гречески значит «большеноги». У этих птиц хорошо развит вестибулярный аппарат, что позволяет им держать голову неподвижной даже тогда, когда их тело движется. Через некоторое время насыпь расползается, поэтому большеноги каждый день поправляют ее. Таким образом, они поддерживают постоянную температуру внутри гнезда. Большеноги – умные птицы. В жаркие часы дня обращенные к солнцу участки земли высыхают. В результате возникают обрушения. Поэтому большеноги строят свои насыпи вокруг живых деревьев. Тень дерева уменьшает нагрев поверхности. В этих лесах живет еще один вид беседковых птиц. В отличие от вагелькопских беседковых шалашников, которые строят конусообразные беседки, эти птицы строят беседки в виде подков. Для украшения своих беседок они собирают только зеленые стебли и ягоды. Птица украсила даже крышу своей беседки.
Это сероголовая беседковая птица. Из стручковых перцев она выбирает только зеленые. Покрасневшие стручки она удаляет. Как и другие беседковые птицы, она тщательно украшает свою беседку. Ее склонность искусно развешивать зеленые ягоды делает ее беседку замысловатой. Эти деревья растут только в климате саванного типа. В одной части леса есть роща относительно небольших деревьев. Это деревья семейства цитрусовых, которые растут в муссонном климате. Под этим деревом есть старая птичья беседка. Рядом с беседкой вырос побег. На нем зеленые ягоды, которые так нравятся беседковым. Эстетические предпочтения беседковых птиц поддерживают биологическое разнообразие в лесу. Эта беседка похожа на беседку сероголовой беседковой птицы, но она меньших размеров. Голубика и листья размещены по центру. Яркое оперение этой птицы видно издалека. Это красношапочный золотой шалашник. Золотой шалашник чинит свою беседку. Он удаляет мох, который рос в сырости. Самец также избавляется от листьев, которые ему перестали нравиться. Но он будет продолжать собирать листья, которые ему нравятся. Золотой шалашник собирает листья главным образом для украшения своей беседки. Как же птицы Папуа-Новой Гвинеи могут проводить столько времени на земле, а не в небе? Альфред Уоллес провел границу, называемую линией Уоллеса, для разделения экозон. Животные эндемичной Азии водятся по левую сторону линии. Животные родом из Австралии водятся по правую сторону линии. Согласно линии Уоллеса, дикие кошки, которые охотятся на птиц, не водятся в Папуа-Новая Гвинея.
По этой причине автохтонные птицы Папуа-Новой Гвинеи могут свободно ходить по земле. В Папуа-Новой Гвинее водится много разновидностей попугаев. Самый маленький в мире попугай живет в этом дупле. Он находится в отношениях симбиоза с муравьями. Попугай растит своих птенцов в муравьином гнезде. Это дятловый попугайчик Склеттера. Этот попугай высотой всего в 10 сантиметров питается мхом и соком деревьев. Он бегает по коре дерева в поисках еды, которой он будет кормить своих птенцов. Есть одна автохтонная птица, которую можно найти только в Папуа-Новой Гвинее. Это папуасский лягушкарот. Ночная птица, длина тела которой достигает 60 сантиметров. Днем она сливается с деревьями. Его перья того же цвета, что и деревья. Самка высиживает яйца. Гнездо лежит у нее под животом. Если внимательно присмотреться, рядом с самкой можно увидеть самца. Камуфляж самки на его глаза не действует. Они у него обычно закрыты и слегка приоткрываются при приближении человека. Даже его грудные и хвостовые перья безупречно сливаются с окружающей средой. Это самка шалашника. Самки обычно откладывают одно яйцо. Они откладывают меньше яиц, чем другие птицы того же размера. Самцы шалашника спариваются со многими самками, поэтому они не участвуют в кормлении своих отпрысков.
Прошло 3 недели. Птенец зовет свою мать. Его тело покрыто пушком. Самка кормит птенца, разделенные на порции пищи из своего клюва. Самка убирает фекалии, поедая их, чтобы гнездо оставалось чистым и не привлекало запахами хищников. Птенец наконец раскрыл глаза. Самка скормила ему 2 ягоды. Насколько самка заботливая мать, настолько же самец плохой отец, который ни разу не посещает гнезда. Не считая 3 месяцев, в которые он линяет, все остальное время года он занят привлечением самок. Кроме постройки беседки и украшения сада, самец для привлечения самок прибегает к звукоподражанию. Самцы могут воспроизвести любой звук, который они слышат. Они могут имитировать не только природные звуки, но и механические. Наличие более обширного репертуара звуков увеличивает шансы самца на спаривание. К
Когда самка, услышав звуки самца, начинает приближаться к нему, он прячется внутри беседки. Это помогает подчеркнуть неповторимость его голоса. Самец прячется за поросшим мхом стволом дерева, так чтобы самка не могла его заметить. Беседка была сконструирована с целью привлечения самок. Самец выйдет из беседки только когда самка уйдет. После этого он начинает издавать звуки в ту сторону, в которую только что ушла самка. Без 26 утра. Самка золотого шалашника приближается к самцу. Самка располагается внутри маленькой беседки. Тем временем самец раскладывает листья, которые он собрал для самки. Если один лист не впечатляет самку, он берет другой. После исполнения танца с экзотическими звуками самец возвращается к самке. Он показывает ей другой лист. На этот раз он решил выставить на показ голубику. Брачный танец, начавшийся на рассвете и продлившийся час, наконец окончен.
Это шалашник, которого мы показали в самом начале. Тогда его коллекция разноцветных предметов была еще маленькая. Она постепенно пополнялась. И вот однажды он приносит красную баночку от Кока-Колы. Он скрупулезно группирует предметы своей коллекции. Самец не забывает осматривать свою беседку с ветки. Когда все готово, он начинает призывать самок. Если ни одна самка не реагирует, он переставляет свои декорации. Вдруг самец, сломя голову, бежит в свою беседку и пропадает из вида. Прилетела самка, которая побуждает самца издавать зазывающие звуки внутри темной беседки. Самка осматривает украшения и беседку. Кажется, ей понравилось увиденное. Самка осторожно приближается к беседке. Она пока что не может увидеть самца, спрятавшегося за поросшим мхом стволом дерева. Если самка мешкает, самец меняет свой репертуар. Из 10 видов шалашников, населяющих эти горы, 2 вида обладают особенно интересными свойствами. У этой беседки 2 входа. Беседки эволюционируют в более сложные конструкции. Thank you.
Эта беседка построена на первый взгляд плохо, но в ней не менее чем 3 входа. Она была явно построена для привлечения самок. Шалашники постоянно эволюционируют. Происходит еще один тип эволюции. По мере того, как птицы собирают разные яркие предметы, они становятся менее разборчивыми к тому, что они собирают. Для самцов это может оказаться выгодным, потому что предметы из пластика и металла не увядают. Их не нужно заменять. А самое главное, самкам, похоже, эти предметы нравятся. Я охотился на птиц. Когда птица возвращалась в гнездо, я пускал в нее стрелу. Вон там, наверху. Таким образом, я подзываю птицу. Спаривается. Охотники теперь не используют камуфляжные палатки. Теперь мы все любим птиц. Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году. Аборигены Папуа-Новая Гвинея придерживаются своих вековых традиций. Здесь можно найти жителей деревень, которые находятся в тесных отношениях с птицами. Люди, которые раньше охотились на птиц, теперь их защищают. Птица в этом секторе. Я призову ее. Она спаривается. Райские птицы. Часть 3. Птицы и люди. В западной части Папуа-Новой Гвинеи на высоту 1600 метров над уровнем моря возвышаются горы Арфак. Это место называется Сёбри.
Он говорит, что это там, рядом с низкой горой. Я думаю, дорога туда займет 2,5 часа. Это естественная среда обитания райских птиц. Чтобы их увидеть, путешественнику понадобится помощь местных жителей. С их помощью наша команда взяла в путь 0,5 тонны оборудования и провианта. Дождь часто вспенивал реку. Хоть дна реки совсем не видно, местные знают, как пройти. Поваленные потоком воды деревья преграждают путь. После 3 часов подъема местные разбивают лагерь для съемочной группы. Случилась авария. Во время подъема сломался генератор. Придется потратить еще 3 часа, чтобы добраться до деревни и купить новый. Зет, Зет, поди-ка, открой. Гид по птицам Зет проверяет генератор. Туда что-то попало. Может, смазка вытекла. Надо посмотреть. Здесь обгорело. Из-за смазки. Поскольку ни одна энергокомпания не проводит в деревню электричество, местные привыкли рассчитывать на электрогенераторы. С их помощью генератор удалось починить. Хоть все и повесили сушить намокшее белье, влажность воздуха здесь 96%, даже в ясный день. Из-за большой влажности воздуха и ядовитых насекомых, снующих повсюду, все начали трудиться над сооружением лагеря. Лагерь готов. Команда отправляется на поиски райских птиц. Здесь живут райские птицы. Пока они сидят высоко на ветках, их невозможно сфотографировать снизу. Так что нам нужно будет соорудить замаскированный шалаш прямо на вершине дерева, чтобы заснять райских птиц. Да. На какой высоте нам нужно соорудить шалаш? На высоте около 10 метров, чтобы пол шалаша был на высоте 9 метров от земли.
Всего через 3 часа замаскированный шалаш был готов. Местные, очевидно, уже делали это раньше. Я научился этому во время охоты на птиц. Мне приходилось охотиться каждый день, чтобы прокормить свою семью. Я выслеживал птиц, прислушиваясь к их голосам. Когда я находил гнездо птицы, я строил вблизи него шалаш на дереве, прятался в нем и ждал. Когда птица возвращалась в гнездо, я стрелял в нее. Они сказали нам, что охотились на западную паротию, великолепную райскую птицу, вогелькопского беседкового шалашника и других птиц для употребления в пищу. Это случилось в начале 90-х. К нам приехал первый иностранный гость из Великобритании. Его звали Дэвид Гибс. До этого мы не видели иностранцев. Мы начали говорить с ним, и он сказал, что ищет птиц. Мы смотрели на птиц своими глазами, а он пользовался биноклем. Я подумал, что это ружье для стрельбы по птицам, и не взял с собой лука. Мои друзья тоже ничего не взяли. Потом мы начали разговаривать. Сегодня хороший день, мы поедим мясо птицы, если ему удастся подстрелить хоть одну. Но оказалось, что он просто смотрит на птиц. Мы ждали, ждали, но ни одной птицы так и не упала на землю. Чтобы помочь ему, я взял камень. Я подумал, что его ружье сломалось. Я собирался бросить в птицу камень, пока она не улетела. Но когда он понял мои намерения, тогда он закричал: «Стой, стой, не делай этого! Нет, нет, нет!» И так он не убил ни одной птицы. Мы направились в другое место. Потом мы увидели проходящую рядом птицу. Он стал смотреть на нее, но мои люди окружили ее и начали ловить. Англичанин рассердился: «Хватит, ступайте домой». Он плохо говорил по-индонезийски. И у него получилось «Баньякалан, Баньякалан». То есть слишком много народа? Да. Он хотел сказать, что мои люди отпугивают птиц. То есть он хотел, чтобы мы ушли, но не знал, как это сказать. Сказал только «Баньякалан». Он не подпускал нас к птице. Через минуту мы увидели птицу, пролетающую рядом. Как красиво, да? Я тоже люблю птиц. Но лучше съесть их. Если я буду только смотреть на них, мой желудок останется пустым. Мы продолжали бродить по лесу, но так и вернулись домой с пустыми руками. Когда мы вернулись в деревню, он дал нам деньги. Заплатил каждому. Я сказал ему: «Ты не должен платить нам. Мы же вернулись без добычи. Как это возможно?» Но он сказал: «Вы были очень хорошими гидами, так что, пожалуйста, возьмите эти деньги. Мне не нужно было, чтобы вы работали на меня в качестве охотников. Это был мой первый опыт работы гидом по ловле птиц». Зет рассказал нам также легенду о беседковых птицах. Всякий, кто увидит райскую птицу, будет очарован ее красотой. Какая красивая! Есть райская птица с голубой грудкой. Ух ты, какая симпатичная! Да у нее корона на голове, и она танцует. Надо же! Какая красота! А беседковые птицы выглядят вполне обычно. Их можно ловить и есть. Так вот, самка беседковой птицы сказала самцу: «Люди любят только райских птиц, а перед беседкой моего мужа ставят ловушки. Дорогой, у тебя должно быть что-то необычное, как у райских птиц, тогда люди полюбят нас». И самка беседковой птицы попросила мужа построить
красивое гнездо. И хотя у самца не было возможности построить большое гнездо, самка просила его построить большой и красивый дом. И вот самец построил большой дом и пригласил самку. «Этого недостаточно», — сказала она. «Не думаю, что людям это понравится. Укрась его красивыми вещами. Тогда люди будут любить нас больше, чем райских птиц. Давай же, найди разные разноцветные предметы. Красные, желтые, синие. В общем, все цвета радуги». Самец собрал все. Красивые грибы. Также он принес черные надкрылья жуков. Найдя блестящие корки фруктов, он позвал самку и говорит: «Ну, теперь красиво?» А она ему: «Нет, здесь не хватает цветов. Найди их, принеси несколько сортов вместо одного». Тут кто-то прошел мимо и увидел все эти украшения. Посмотрел, посмотрел и говорит: «Это не могло появиться само собой. Здесь кто-то помог, наверное, кускус помог. Кускус сильный, а беседковая птичка слабая, наверное, это кускус помог». Но самцу беседковые птицы никто не помогал. Эта самка попросила его сделать беседку. И когда он построил красивую беседку, люди стали любить беседковых птиц. Ведь не только сама беседка была красивой. Она была, к тому же, очень красиво украшена. Самка сказала: «Ты должен уметь петь на всех языках, тогда я полюблю тебя». С тех пор он начал учиться издавать самые разные звуки, имитировать голоса разных птиц, человека, бензопилы, попугая, кошки, курицы и собаки. Он мог имитировать любые звуки, которые он слышал в горах Арфак. Беседковые птицы могут воспроизводить абсолютно любые звуки, да. Записывает их, как на магнитную ленту. Когда она сидит на ветке, может издавать любые звуки. Если услышит свист, может повторить его. Когда лесорубы валят дерево, он может имитировать звук падающего дерева. Даже звуки ударов топора о дерево и его треск, когда оно начинает падать. И тогда самка сказала ему: «Теперь ты самый лучший. Очень умная птица». Да, это самая умная из живущих здесь птиц. Самка даже умнее самца. Да, это верно, верно. И как же заканчивается эта история? Они остаются неразлучны, да? Да. Самец каждый день прибирает свое гнездо, потому что он хочет спариваться. А соперников вокруг очень много. Здесь в горах много одиноких самцов, которые хотят свататься к самкам. Но они не могут начать петь, пока не приберут от мусора свое гнездо. Если у них нет беседки, они будут отвергнуты самкой. Они останутся абсолютно одни. Вот так. Это очень похоже на наше сватовство. Да, похоже. Очень похоже. Наша охота продолжилась в отдаленных джунглях. Местные предложили нам отведать здешний традиционный напиток для снятия усталости. Доводы.
Как это называется? Мы называем это букон. Иногда мы еще называем это буцем. Буцем. Если вы выпьете этот напиток, у вас хватит энергии, чтобы забраться на любую гору. У вас будут силы нести с собой тяжелую ношу. Что это? Даунгаталь. Даунгаталь, да. А для чего это нужно? На случай, если у вас заболят ноги или руки, но его не едят, им натирают кожу. Да, если вы поранили колено, то натираете его вот так. И боль пройдет. Продолжаете натирать до тех пор, пока боль не пройдет. Если у вашего товарища заболела спина после тяжелой работы, ее тоже можно лечить таким простым способом. Что такое, Сакария? Щипет. Щипет и в то же время облегчает. Члены нашей съемочной группы тоже решили попробовать. Больно? Нет, теперь легче. У тебя спина покраснела. Гаталь значит зудеть. Даунгаталь значит зудящий лист. У листа, кажется, есть мелкие колючки, меньше, чем кончики игл. Это альтернативная медицина? Да, это народная медицина. Пузырей нет? Чувствуется смягчение. Очень хорошо. Но у тебя противная сыпь. Зудящие листья растут рядом с их домами, но на рынке один лист стоит 50 центов. В деревне фестиваль. Пришла также толпа людей из соседней деревни. Жители деревни встречают их традиционной церемонией. Нашу съемочную группу тоже одарили цветами. Цветы были собраны сегодня утром. Это самое знаменательное событие года – годовщина основания местной церкви. 50 лет назад сюда прибыл христианский миссионер и убедил местных прекратить свои гражданские войны.
С тех пор местные находятся под внешним влиянием. На самом высоком месте в деревне построена гостиница для иностранных посетителей. При постройке гостиницы мы столкнулись со многими трудностями. Никто не помог, и мне пришлось делать все самому. Люди распускали слухи, что я делал это ради денег. Были даже угрозы расправы, но я не обращал на них внимания. Потом они сломали шалаш на дереве, который я построил для туристов. Обвиняли меня в том, что я продаю лес, чтобы делать деньги. Потом стали охотиться на райских птиц и почти всех их истребили. Но я не злился, я просто построил заново шалаш. Проще было построить новый, чем спорить с ними. Я дал работу людям, которые были настроены против меня, когда туристы наняли меня как гида. Позже они извинялись за то, что убивали птицы, ломали мой шалаш, и за угрозы расправы тоже. Я простил их. Раньше я охотился на птиц, но сейчас моими шалашами пользуются белые иностранцы для наблюдения за птицами. Шалаши больше не используются для охоты. Они теперь служат только людям, любящим птиц. Мы больше не охотимся на птиц. И птиц стало больше. Иностранцам нравится смотреть на брачные игры птиц. И нам платят за наши услуги. Когда я охотился, я строил шалаши для себя. Каждый раз приходилось строить новый. Ну а сейчас мы можем зарабатывать деньги просто постройкой шалашей. Не нужно убивать птиц, разрушать местную экосистему. Так что берегите природу. Этот город называется Нимбакран. Это окончание месяца поста, который соблюдают мусульмане. Наш новый гид Джамил вместе со своей семьей встречает гостей в своем доме. Мир вам, милости, благословение Бога. Внучка Джамила хорошо знакома с южнокорейскими поп-звездами. Нравится Супер Джуниор? Да. Знаешь имена участников? Сиван, Есун, Кио Юн. Как зовут еще одного? Мне он тоже нравится. Так, кто же еще? А кто больше всех нравится? Сиван и Есун. Есун отправился. Он сейчас в армии. Сколько ему служить? 2 года осталось. 2 года. Большинство папуасов христиане,
Почему же ваш город преимущественно мусульманский? Да, почему? Да, действительно, большинство папуасов христиане. Но большинство людей, живущих сейчас в Нимбакране, поселились здесь недавно. Мы приехали сюда с материка, а там живут в основном мусульмане. Нимбакран отстраивался в 80-е. Он был построен в джунглях. Чтобы сократить плотность населения на материке, правительство разработало программу переселения, и мы решили переселиться сюда. Вот так все и началось. Потом правительство сократило финансирование, и у нас начались трудности. У нас не было опыта проживания здесь. Не хватало рабочих рук, денег, естественно, не было. Мы каждый день еле концы с концами сводили. Это был сплошной стресс. Я начал ходить в джунгли, чтобы получить какое-то успокоение от пения птиц. Ну а потом мне нужно было кормить семью. Я стал ловить и продавать тропических птиц. И хотя я очень любил их, мне приходилось не просто наслаждаться их пением, приходилось их ловить и продавать. Это был единственный способ, как я мог выжить. Непростое было время. Потом он встретил иностранцев, которые хотели наблюдать за птицами. У иностранца были с собой книги о птицах и бинокль. Мне и то, и другое показалось очень интересным. Я попросил у него книгу. Мне нравилось смотреть фотографии птиц. А еще вот этот бинокль, который он мне подарил. Он был совсем новый, и к нему был футляр. Еще он дал мне вот эту книгу. Это моя любимая книга. В ней можно многое прочесть о птицах Папуа-Новой Гвинеи. Тогда я и узнал, что люди приезжают сюда, чтобы посмотреть на птиц. Иностранцы спрашивали меня о повадках птиц, и поэтому я начал изучать эту книгу. Даже когда не было туристов, я ходил смотреть на птиц в бинокль. Когда я находил в лесу птицу, заглядывал в книгу и приходил в восторг. Но это было уже очень давно. Пять часов утра. Джамил ведет в джунгли двоих желающих понаблюдать за птицами. Джамил немного выучил английский, чтобы общаться с иностранцами. Сейчас я призову райскую птицу. На зов Джамила летит птица. У Джамила есть еще один способ призывать птиц.
Подлетает королевская райская птица. Туда, там и тут. Самка тоже здесь. Когда вы начали использовать этот способ? Телефон в этих целях я стал использовать не так давно. Около 2 лет назад. До этого я просто свистел, и птицы прилетали. Вот и все. Очень просто. Вы имитируете голос самки или самца? Самца. Самец подумает, что прилетел другой самец, его соперник, но потом обнаружит, что его нет, нет другой птицы. После нескольких моих попыток одурачить его, он уже больше не прилетает. Вот такие они, интересные, эти птицы. У многих домов в городе есть красивые сады. Многие семьи держат птиц в качестве домашних питомцев. Это дом Джамила. По всему дому стоят фотографии птиц в рамках. Это фото малой райской птицы. А здесь он выращивал райских птиц. В детстве я всегда любил птиц, но когда у меня начались проблемы, я начал продавать их. Однажды я охотился и поймал птенца. Взял его с собой домой. Как видно здесь на фотографии, я вытянул руку. Я бы прыгал от радости, когда отпустил бы его из клетки. Я очень любил эту птицу. И как-то раз я подумал, почему диско молчит? Пошел к клетке, но его там не было. Посмотрел вокруг, а он лежал на земле. Я пощупал его. Он был еще теплым. Я не мог понять, почему он умер, ведь никто не причинил ему вреда. Но через 3 года после его смерти я, кажется, понял, он умер от ожирения. У него, возможно, случился сердечный приступ. Я давал ему слишком много протеинов. Я выучил этот урок. Это не очень хорошая идея выращивать диких птиц у себя дома. Хочется их держать, чтобы слышать у себя дома их пение, но лучше слушать их в джунглях. Так спокойнее. Это тот самый шест, на котором его райская птица сидела в течение 14 лет. Получив такой горький опыт, он перестал охотиться на птиц. Моя мечта — увидеть всех птиц в дикой природе. Я хотел бы за свою жизнь увидеть всех птиц Папуа-Новой Гвинеи. А когда-нибудь мне хотелось бы увидеть птиц Кореи, Японии, Бразилии. Я нахожу птиц удивительными существами. Наблюдение за ними наполняет меня истинной радостью.
Это низменность Папуа-Новой Гвинеи. Подплывает лодка, на которой мы поплывем по реке. Через 3 часа мы достигнем ареала проживания райских птиц. Лодку, в которой плывет наша съемочная группа, местные назвали Масан. Каноэ может показаться хлипкой лодочкой, но 1500 лет назад люди из Папуа-Новой Гвинеи добирались на ней до Мадагаскара. Это объясняет, почему местные жители Мадагаскара и Африки принадлежат к разным расам. После 3 часов путешествия на традиционном каноэ мы прибыли в небольшую деревню. Это селение называется Якью. Здесь проживает 16 семей. Крыши домов здесь покрыты корой, которую нужно менять каждые 3 года. Нас заинтриговал очаг под спальней. Хотя они живут в жарком климате, ночью температура падает, поэтому приходится подтапливать. Староста деревни показал нам их повседневную еду. Вот, смотрите. Мы выращиваем бананы, кокосовый орех и ямс. Все выращиваем сами, поэтому деньги нам не нужны. Местные хранят еду в сараях за своими домами. Они хранят там бананы и гумбели, род сладкого картофеля. Также они выращивают возле своих домов деревья папайя. Еще мы увидели растущие перцы чили. Совсем недалеко от деревни можно встретить птиц.
Регинова райская птица – обычная картина в окрестностях деревни. Она является национальной птицей Папуа-Новой Гвинеи. Рядом с деревней находится каменный монумент, который обозначает границу между Папуа-Новой Гвинеей и Индонезией. Мы спросили у деревенского старосты, не связано ли изобилие птиц в этом месте с его географическим положением. Наша деревня гораздо ближе к границе, чем Сота. Поэтому наша территория менее развита. В Сароне, Джайпуре, Вамене я видел, что на птиц охотятся и держат их в качестве домашних животных. Но здесь я уже 10 дней и ни разу не видел, чтобы кто-нибудь охотился на птиц или выращивал их у себя дома. Как я уже сказал, у нас вполне достаточно пищи, поэтому нам не нужно идти в джунгли и охотиться. И вы не ловите птиц, чтобы держать дома? Нет, не ловим. Когда я жил на материке, я был руководителем Эко-Туризм Промоушен. Здесь я тоже придерживаюсь своих убеждений. Стараюсь, по крайней мере. Это связано с созданием таких мест на частной или государственной территории, где люди могут жить в гармонии с природой. Это действительно важно, и мне нравится следовать этому. Люди живут в гармонии с природой и между собой? Да. Жизнь в гармонии с природой и друг с другом. Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году.